по каждому просроченному дню с прошлого года и сколько штрафных пеней. А там довольно серьезные штрафы. Это посчитать. В том числе, товарищ, там колледж, детские садики, не только здесь объекты, вообще все объекты, которые просрочены. И председатель правительства, и вице-премьер, понимаете, да, о чем говорю? Да. Я эти вопросы не повторял.